Çıkar mı buradan? Там сейчас ребят. Привет, всем привет, с вами канал Арт. Дим, пришли мы к стоматологу, поехали. С ребенком пришли, площадь тут рядом. Нам надо было снимать там цветочки такие зеленые. А тут ветер вообще. Сегодня 23 градуса. Не знаю, там меня вообще слышно или нет. Мужчина идет, он вообще в куртке. Около дома у нас тепло. Здесь попрохладнее, но хочется чуть-чуть такую рубашечку какую-нибудь одеть. Что-нибудь такое. Да? Линии мы какие? Мы какие линии? Это что? Большие. Зачем делать? Ну, надо. Разметки. Ставят здесь всякие. Там, там что-то устанавливают. Сцену, что ли? Или была сцена? А, вот с этой стороны видно, как мальчишки, смотри. Дима тоже мечтает о рукавом самокате. Ну там, видишь, как катать. Тебе не страшно будет? Нет. Да ладно, такая горка. Можно так шмякнуться. Упасть. Ай-яй, как. Давай посмотрим. Здесь уже другой асфальт. Запарился? Идем. А, что, через асфальт будем пролезать? Да, я этот чуть-чуть фон хотела. Ну, вон, смотри, сейчас мальчик поедет. А, нет. На лавочку сядет. Ну, на коленнике, видишь, каска у него вон. Каска на коленнике. Все как положено. Там парк. Зелень. Лето, конец лета. У нас август. Середина августа уже. Это чтобы не упасть. Видела, да. Не знаю, от тебя зависит. Ай, блин, пацаны там пошли. Блестит так все тут. Тут ветра уже нету. Тут уже такая часть заброшенная более. Старые лавочки, потрепанные. Да? А ты бы еще что, без меня, что ходил бы? Да, да, я сходил бы, если я сюда пришел, я бы тебя бы. Ну, сядь красиво. Красиво сядь, облокотить. О! Есть нельзя. А, нельзя? Ну нет, конечно. Неизвестная ягода. И трогать что нельзя? Ну нет, зачем? Ой. Что, может обжечь? Ну, неизвестное трогать нельзя, Денис, ты не знаешь. А что это, мама? Откуда я знаю? Что это? По-моему, Калина. Дима отдыхает. Мы приехали чуть раньше, да? К стоматологу. Трамвай быстро подъехал, то этот трамвай вообще не дождешься никогда, да? Нет. Это вообще такая часть города. Вроде живем в городе, а доехать очень сложно. А тут успели на трамвай. Приехали на час раньше, да? Да.
Если ждать бы дальше, тогда потом уезжать сложно. В прошлый раз мы уезжали с тобой, позапрошлый раз. Большим-большим трудом, да? Парк такой, с этой стороны такой брошенный. Такой заброшенный. Солдатик-то чуть не наступил. Здесь солдатик. А где он? Вот что не видно. Вот так вот, раз, так вот, а он здесь ползет. Ой, это и есть солдатик. А я не знаю, где кто-то. Там сидят. Он... А это рябина? А это рябина. Вообще у него какие-то другие смотрелись точки. Да, рябина. Вообще совсем другие. Да, это цветы, вот это вот кусты, вот там вот где елка или дерево кажется. Вот. Дальше кусты, вот здесь кусты тоже. Деревья. Травка зеленая, да? Да. Лето, конец лета, август у нас, да? Да. Август, конец лета. Ну, какое-то лето тоже было. Кстати, август здесь... вообще весь холодный. Дождь, дожди, холод. Вчера был 27 градусов, да? А вчера мы с вами куда ходили? Куда-то. А, в Оптику мы ходили, да, с тобой. Куда? Гуляли чуть-чуть, да? Да. Я думала, сегодня тоже будет тепло. Сегодня 23. Вчера 27, сегодня 23 градуса. Завтра не будет что-то. Давайте его снять, да, и лучше по сачке. Жужа. Собачка Жужа. Жужа. Да. Рябину нашли, смотрите. Да. Рябина вроде бы, а листочки вообще другие совсем. Вообще другие листья. Да, вон кусты, там, вон трава, там. Да, мама. Маленькая. Вообще другие, смотри, они. Совершенно другие листочки. Да. У нее же они оторванные, каждый листочек. Да. А это, смотри, какой. Другой совсем. Это а вроде рябина. Дим, не вставай. Почему? Мама. Крупные такие. Отдыхай, ты отдыхаешь, сидишь? Ты его не усядешь, что ли? Смотри, какой красивый. Зеленый какой. Такой прям вообще. Дома у меня мох не пошел что-то с трудом. А тут с радостью. Вот все, отдохнул. Отдохнул? Ну, а какие цветы красненькие, да. Красивенькие. Да. Тут только это, плохо ухоженное. Там он вообще какие-то бёклые, клёклые. Клёклые, бёклые. Пойдем. Не хочется. Осторожно. Смотри, какой фонтан там, Дим. Близко не подходи. Он такой собачка там, он гуляет. Фонтан. Низенький. Смотри, грязный какой. Низенький вообще маленький. Не лезь туда близко. Вон, смотри, какой водопад красивый. А тут запах другой, смотри. Листочками, смотри, какая. Там еще где-то памятник интересный. Там он стекло, по-моему, а под стеклом там какие-то эти находятся. Кусок. Там на него ступаешь, там что-то видно. Там что-то видно, вон, видишь? Какие-то эти. Это войну, наверное, жили. Вот так вот, видишь? В таких подземных. Грязное уже стекло, по ним ходит. Все запачкалось. Памятник здесь. Виртуальная прогулка. Называется. Смотри, какой памятник вон. Красиво? Да, смотри.
сейчас тут водопад красивый. И мир такой успокаивающий. Успокаивающий звук, да? Нравится? Да. Звук успокаивающий? Нет. Да. Это нравится? Вода? Да. Да. Тут у нас Струковский парк. А здесь что? Струковский, говорю, парк. Смотри, а там стоят человечки, и они под зонтиком. Видишь? Там разноцветные, да. Красиво? Что, ты съел? Что ты сегодня много садишься, Дим? Нормально себя чувствуешь? Да. Давай. Чё? А тут мы катались с горки зимой. Кто? А ты не катался с нами? Мы одни катались. Кто? Получается. Кто там катался? Мы с папой. А ты же тоже катался вон там, по-моему, с горки, с тобой вместе. С папой. Зимой как приходили, давно было, правда? Года 2-3 назад, наверное. Что-то не помню. Вон там горка. Да, не помнишь? Помню. Что, не с тобой, что ли? Запах здесь зелени красивый. Вообще не помню. Наверное, без меня там так. Ну, с тебя? А я там, где было. Что вон там? Ма, смотри, там полно народов. Да, мам, ну вот. Цветочки пойдем. Какие. Дим, давай нормально погуляем, пожалуйста. Дима там на заднем. Чего? О, там горка такая, все пострижено, такой аромат вообще. Обалденно. О, здесь, кстати, можно пройти. Ну, там мальчишек, сколько детей там. А, там какие-то уроки. Гулять с кем-то. Лагерь, наверное, какой-нибудь. Лагерь? Ну да. Как мы, помнишь, видели с тобой во дворе? Вот такой же спортивный лагерь какой-нибудь. И дядя, видишь, гуляет с детьми. Парк где-то здесь живут они, наверное. Ну, ты подрастешь, будешь поумнее чуть-чуть. Ты, говорю, уйдите, все, идите там за горелками, играйте, бегайте. Ну да. Дима! Идите погулять. Грязный лес, идите побегать. Где ты там, Дим? Кричит на них, ругается как? О, отсюда фонтан виден. Красиво. Козы. Козы. Вот, смотри, птицу прилетели. Да. И что там? Парк какой-то, ух ты. Какая красота. Да. Это она ну, яблоко. Птицы какие-то да. Ну, понятно. Эй! Дима, успокойся, пожалуйста. Ой, смотри, какой пар идет там. Отсюда. Ну, так. Не горячий. Не надо грязно, не трогайте. Они не холодные. А, она холодная вода. Не трогай ее. Идем. Цветочки какие-то. Они... Фу! Ай, что-то пахнет как-то. Как по санье, мне кажется, пахнет. Кстати, да, фу! Это у нас Струковский парк. Красивый такой. Там вон какая-то большая сцена. Не знаю, что там раньше было.
Вот, смотри, уже деревья желтеют, Дим. Кстати, а там мороженое раздают, кажется. Его там не раздают, Дим. Бесплатно ничего не дают сейчас. Раздают. О, тут как красиво. У меня ничего нету. Звук только тот мешает. Да, да, вон она какая классная. Класс, вообще, вот эта беседка белая такая. Шикарная, да? Да. Да. Классная, да? Да. А там Волга видна, смотри. Да. Сейчас супер, да? Да. Такой огромный-огромный. На свете, снимай. Давай потрогай его ручкой, Дим. Какой он большой, возьми его. Он такой огромный. Да. Ну, тише. Ну, тише, тише, не надо. Сильно так. Вообще там такой здоровеннейший. Пахнет? Не знаю, что-то не поняла я. Где там? Белые они вот не то, розовые, какие-нибудь синие бы, что ли, их сделали бы. А белые они как-то не так смотрятся. А вот тут розовенький, смотри, Дим, красивый. Красивый такой. Вот там паук сидит. Че? Красивый какие. Смотри, здесь паук сидит. Да, он. Я думала, он дохлый. Откуда он взялся? Ну, смотри, как красиво. Поляночки такие. А здесь тоже трухавой, вон мальчик катается. Уже взрослый, лячит игрушки, как ты можешь. Какие вон тут красивые. Природа такая, ну шумная. Шумно рядом, да. Дорога. А, здесь два мальчика. Была бы там не дорога, а что-нибудь другое. Красиво. Хочешь, что ж теперь? Ветер еще такой сегодня. Мама. А, вон крышечки, смотри, собирают где, Дим. Вон куда крышечки надо было нести твои. У тебя такая большая была коллекция крышечек. Он прям собирал, собирал. А потом баба Лили приехал, говорит, а давай выкинем. Он, давай, говорит, выкинем. Говорит, ну я же коллекцию собираю. Не, давай выкинь, ну давай, выкинь. Кстати, а здесь папины, наверное, тоже есть, да? Не знаю, ты же выкинула. Там от молока, вон, большие, вон, какая большая там. Вот красная, вон, смотри, большая какая. Да, и вот еще одна. И вот. Там еще. Что-то плохо собирают, надо начать собирать нам с тобой. Ой. Тихо. Да, сейчас. Крышечка. А можно сдать. Добрые крышечки, вон написано, можно сдать. И какие здесь указаны? 02, 2, 0, 4, 4. Да. Какая-то еще. И даже в пюре есть вот. А, ну и тут не всякие крышечки. Даже разные возле, ёбан. А то что вот из этих крышечек, мам, делают. Да, мам. Да, мам, куда ты сворачиваешь? Мам, куда? Красивый, как, а вот эту штуку я прям вообще очень сильно люблю. А, вот, это вот такая площадка. Да. Такое блаженство тут находиться. Вообще. Чего я раньше сюда не приходила? Непонятно. Че? Ты дал чуть-чуть времени в одиночестве мне побыть, да? Да. В глубоком моем одиночестве. Спасибо, дал время. Сейчас не уходил бы отсюда. Сейчас бы кофеечек бы какой-нибудь. И тут посидел, надо будет летом как-нибудь сюда
идти. На целый день сидеть. Взял копилку и буду копить денежки, а потом когда я... Нашли крышечку. Дима пошел обратно. Блин, вот эту штуку вообще, ее так обожаю. Вот эту вот. Такая вредная, она классная. Сегодня ветер, холодно немножко. А так бы я посидела бы, надо бы как-нибудь это, кофе купить здесь. Там кофе продается еще. Пить кофе, пойти туда, засесть. Ну, была бы тишина. Здесь в парке каком-нибудь таком. А здесь, получается, вот тут уже вон машины, дорога. А где-нибудь где птички поют, там сесть, сидеть бы, бабочки, цветочки. Красота. Была бы красота. Красиво было бы сидеть с кофеечком. Не знаю, тишины, наверное, хочется. Спокойствие, гармония. Я нашел еще. Выкинь ее. Смотри, какой там памятник какой. Раньше в таких платьях ходили, длинных, девушки, не в штанах ходили, не в коротких юбках, не в коротких шортах, а в длинных платьях. Таких, да? Да. Какие розы тут стоят. Красота такая. Ну, тут с этой части заброшено немножко. Дима, иди сюда. Сейчас тут чуть-чуть пройдем. Потом перейдем, наверное, на другую. Придется сегодня домой пешком идти. Блин, устанем? Устану, не знаю как. Еще по делам надо идти. Чуть-чуть сейчас пройдем тут. Дим, идем, пожалуйста, нормально. А? Какие-то непонятные. Да, деревом пахнут, да? Да, ну и подешевле тут. Посмотрим на пляж, хорошо? Ну, только посмотрим. Кафешки. Вон, смотри, кафешки, а там у них шторка. Видна, видишь? Ну, да. Может, у тебя же еще чуть-чуть есть осадки. Диванчики там. Можно что-нибудь купить на них. О, муха. Муха бегает. О, народу что-то. Ба, у меня народу почему нету. Народу вообще нет. Где папа отдыхает? Не знаю. Это что это плавает? Буйки. Это за них заплывать нельзя. То хорошо плавает, потому что там лодки плывут. Лодка может не заметить человека и все. О, как здесь хорошо. Вообще народу нет, вроде тепло сегодня. А, там он чуть-чуть есть. И папы нету тоже что-то. А там на той стороне. Так, мам, хочешь я бросить здесь плащ? Это я здесь не бросаю. Да. Вот там большой, когда... Хотя я бы хотел бы искупаться бы. Хотел бы. Смотри, какая огромная лодка. Угу. Дима, успокойся. Там на той стороне лежачки, вон. Теплоход стоит вон там. Там теплоход, раз, два, три, трехъярусный. Стоит. Вон лодка, а вон плывет лодка, да. Стоит.
Это Ералаша, просит денежку, например, фонтан, то любое желание исполнится. Да, мам? Да. Я вот так оставлю. Кидает две дишки. Мама, дома гуляешься. Мне уже одна часть батарейки чуть-чуть кончилась. Вон там что стоит? Стоит. Моряк. Моряк? Кто моряк? Моряк стоит. Вот, да. Моряк это когда вот моряк это когда так делают, чтобы смотреть, вот там люди там они забираются с высоты, вот что там. А, маяк. Творится, да, маяк. Что там творится? Если кто-то там кто-то в беде, сразу они выбегают, берут плюшки, кидают, спасают человека. Дача. Бистро. Дача-бистро называется. Тоже красиво там. Сиденья такие красивые, накрытые. Не знаю, наверное, просто тишины хочется. Спокойствие. Да? Не слышно было? Нет. Да кто еще так? Заговорение. Какое? Нельзя говорить. Или можно? Не, нельзя. Загадать сейчас на ушко схожу. Вот я загадал. Вверху. Красиво. Вон декорации какие. Красивые. Мишки такие. Ой, какие мишки сидят. Тут такое все. Цветочка. Ой, фонтан. Давай. Он поющий. Там даже не слышно, как он поет сквозь ветер. Ой, там на него. Ай, с него там все летит. Близко не подойдешь. Вот тут сейчас подойдем с тобой. С этой стороны. Давай. Давай. Какой это? Как шалфей, как будто бы там. Как будто шалфей, смотри. О, у меня уже батарея садится начинает. Красивый какой, смотри. Вид. Вон она, Волга. С
синяя, холодная, ледяная Волга. Ветер. Вот тут посидим с тобой, отдохнем, да? Давай. А там пенек, смотри, какой пенек там. Ух ты! А я. Нифига себе, там дерево какое. Я первый раз его вообще вижу. О, да сколько хожу я туда после. Ну не знаю. Зачем тебе туда? На него не лази только, Дим. Дерево, нифига себе, я даже не знала. Там такое дерево. Толстое. Обалдеть. Не знала, что он там есть. Бабочки. Бабочку, что ли? Сядем. Какая пальма! А пальма любит тепло или холод? Ну, не настоящая, наверное. А, нет, настоящая. Желтенькая. Ой, а что, кусты, блин? Какая? Настоящая. Выросла. Нет, выросла. Посадили в горшочек ее. Да. Смузи-ленд. Будет вкусно и дорого. Еще одна. Там кафешка. Ресторан там просто. Недавно траванулись хорошо. Надеюсь, очень интересные люди. А мороженое делать? Не знаю. Смузи делать, как мы с тобой делали. С бананчиками. А давай, там так же. Давай. Чтоб там зелененький. Давай там сделаем. Ну давай так же сделаем. Не знаю, только что там зеленое добавляли. Мы с тобой с бананом и с молоком делали, да? Ой, ты знаешь, кстати, ну сейчас тоже будет выходить. Здесь деревянная какая-то, другая совсем такая, цвет такой красивый, дерево. Даже вот приятный вот. И вам можно, знаешь, купим вам вот. Да. А за деревушка вот. Мороженое. Жареное 480 стоит. 480. Обрабатывают розочки. Первый раз вижу. Ну, еще картошка. Красивый чай, она. Чего? Ой, сколько мы сегодня прошли, капец. Чего? Чего ты, стой, стой. Это что такое кафе? Салатцы. А это, по-моему, вообще это. Осторожно, будет если пройти со мной. Там тоже кафе. Да, хочешь, я живу, а ты... О, какие цветы там большие, смотри. Красиво. Какие красивые белые деревца, полосы. Какие полосочки. Ресторан, отдых. Что там, лабиринт у тебя? Получается, Дим? Это не получается. Хорошо, зачем так? Какая, смотри, красота. Да, красота. Только пошевелить хватает. Да. Еще кто-то.
батуты-то. Там вот цветочки какие красивые, надо вот обязательно там пройти. Цветами бы все это украсить. Дим, ты там спишь уже все? На солнце. Даже тепло стало. Вроде 24 было, 23 было написано. Стало тепло домой. У тебя голова сейчас закружится, Дим, ты упадешь и ударишься. Здесь раньше батуты были. Раньше были вот такие, только лежачие. И тут сидячие. Останавливайся, Дим, посиди тихонько. Останавливаю. Тихонько посиди, посиди, подожди, не вставай сразу. Дима, Дима! Ну что ты? Ну ты уже сам просто начинаешь. Дим, давай руку. Давай руку, хватит. У тебя голова не кружится, что ли, совсем? Я сильно, как сказать, откуда, как ты так перешел? Ты что, перелетел через меня? Да, перелетел через тебя. Хотя я слышу, в году ходила. Ну, было бы удивительно, если бы ты не слышала. Смотри, как красиво здесь рассадили. Тоже облагородили, сквер сделали красивый. А, что-то не водички заходили. Ну, хоти. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Дим, аккуратненько иди, спокойно, пожалуйста. Дим, сейчас шлепнешься ты на эти кусты. Что ты ляля постоянно, а? Дим, упадешь. Смотри, какие там кусты целые. Как кусты лаванды, что ли, там, непонятно. Ой, а тут запах, смотри, какой. Тут запах даже есть. Вроде заросшись, вроде кусты, смотри. Не ходи туда, Дима. Ну ты помял траву. По траве не ходи, говорю. По-моему, это, кстати, мелисса. Мелисса? Мелисса, шалфей здесь растет. Еще какие-то вон кусты целые. Мам, ну куда ты пошел? Куда? Сюда? Да хочу сфоткать. Что это тут? Тут вот розы растут красивые. Одна упала, вон, видишь? Откуда? Ну, дождик, наверное, был. Там он красивый. Не знаю, что это за цветы такие. А, кстати, а кто это здесь порхает? Вот. Дим, не надо мне пачкать камеру. Пойдем. Раскаленные камни. Садись туда своей попой, поджаришься. Будешь жареная. Горячий? Нет. Не? Чуть-чуть. Да ладно. Чуть-чуть. Дальше идет жарче-жарче. Сейчас свалишься. Здесь вообще прохладно. Ну да, он синий стоит. Ну какое здание. Что это такое, непонятно. Горячий? Иву какую, смотрите, встретили. Там ягодки, а внутри семечко. Первый раз такое вижу. Ой, сколько живем? Какие такие с песком как? С песком. Свадьбы играют здесь, ЗАГС. Смотри, я хочу сказать, а вы тут здесь цветов, женились? Кстати, было много. Что-то мало стало. Мало стало цветов. Мам, вы здесь заженились? Нет, не здесь мы. Дворец бракосочетания здесь очень красивый. Дворец. А что здесь? Внутри очень красивый. Нет, мы здесь, мы не попали сюда.
нужно было раньше подавать. Как, вы просто поженились просто так? Да, просто так. Поженились. Папа как попался, ну, тут цветочки.